Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Ольга, и сегодня мы приготовим вкусный, яркий, интересный фруктовый шашлык. Детки будут просто в восторге от такого блюда. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных вкусных рецептов. Давайте готовить! В миску убиваем яйца, просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, сахар, ванильный сахар, молоко. Все хорошо перемешиваем до однородной массы, чтобы не было комочков. Наливаем в удобную емкость. Добавляем растопленное сливочное масло. Перемешиваем. Горячую сковороду смазываем сливочным маслом и формируем мини-блинчики. Жарим на среднем огне с обоих сторон. Блинчики готовы. Фрукты берите по своему усмотрению, кто что любит. У меня это киви, абрикос и клубника. Фрукты хорошо промываем и нарезаем кружочками. Абрикос, киви, клубничку. На шпажках формируем шашлычки. Нанизываем сначала блинчики, затем фрукты. Все чередуем. Деткам очень понравится такой завтрак. Он полезный и интересный. Вот такой шашлычок у нас получился. Смотрится просто великолепно. Можно брать даже в поход. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и до новых встреч! Готовьте с любовью, живите вкусно!